Я знаю, о чем вы думаете. Каким образом 52-летний продавец миксеров для коктейлей построил империю фастфуда из 1600 ресторанов с годовым доходом в 700 миллионов долларов? Одно слово. Настойчивость. Основано на реальных событиях. Отдел продаж Принц Кэсл. Привет, Джон. Рэй, как там у тебя дела? Отлично. Чудесно. Лучше некуда. У нас заказ. 6 миксеров. Куда именно? Макдональдс. Хотите экскурсию? Мы хотели сделать что-то новое. И у моего брата возникла гениальная идея. Заказ готов через полминуты, а не полчаса. Уникально, оригинально, совершенно исключительно. Революционно? Именно так. Революционно. А это что? Золотые арки, чтобы заведение выделялось. Макдональдсы должны быть повсюду. Устроим из него франшизу. Мистер Крок. Франшиза? Франшиза? Франшиза. Макдональдс — это новая американская церковь. И открыта она не только по воскресеньям. Режиссер Джон Ли Хэнкок. Что значит, деньги почти закончились? Ты заложил наш дом? Мы можем потерять все. Я хочу изменить условия этой паршивой сделки. Не могу. Или не хочешь, Рэй? Что? Нет. Зараза. Что тебе нужно, так это стать владельцем земли, на которой жарят эти гамбургеры. Зачем тебе ресторанный бизнес? Работай с недвижимостью. Корпорация Franchise Realty. Это отдельная компания. И она вне твоей компетенции. В нашем курятнике лис, и мы сами его впустили. Когда ты наконец остановишься? Наверное, никогда. Прекрати немедленно. А ты мне больше не указ. У нас договор. Договоры подобны сердцу. И всегда топчут ногами. В мире бизнеса. Кто не основал, тот опоздал. Бизнес — это война. Человек человеку волк. Я завоюю будущее. Я хочу победить. Эти братья — ваши партнеры. Чтобы этого больше не было, любой ценой. Это прекрасное имя Макдональдс. И оно принадлежит мне. Это не так. А ты в этом уверен? Основатель. Автор сценария — Роберт Сигел. Смотрите в августе.